Здравствуйте, друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня я хочу вам предложить приготовить салат деликатесный. Продукты для этого салата очень простые, но создают восхитительную вкусовую композицию. А готовить такой салат очень легко и просто. Для салата нам понадобится ветчина, сыр, сладкий перец, помидоры, майонез и соль. Помидоры и перец помыли, перец почистили. Теперь будем нарезать все продукты тоненько соломкой. Все продукты мы нарезали тоненькой соломкой, теперь добавляем соль по вкусу, майонез и перемешиваем. Выкладываем наш салатик на блюдо при помощи формы. И украшаем зеленью. Вот такой деликатесный салат у нас получился. Я думаю, что таким салатом вы обязательно порадуете своих близких и удивите своих гостей. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Прошу к столу и приятного вам аппетита!